Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать, как делаю слоеное тесто. По поводу Наполеона, видео, где я выложила рецепт, там было на одну порцию, мои хорошие. И возникло много вопросов, и я решила записать видео. И вам будет хорошо. И мне будет приятно поработать и поделиться с прекраснейшим рецептом советских времен, мои хорошие, проверенным и обалденным, просто обалденным. Значит, с этого слоеного теста можно приготовить Наполеон, слоеные хачапури, слоеный пирог. Кстати, я буду делать, наверное, следующее видео. Буду печь слоеный пирог мясной. Итак, мои хорошие, значит, берем мы. Тут уже я заранее просеяла муку. Вот у меня в чашке. Вот так стоит впереди она у меня. Беру немножко вот так припыляю, в общем, не знаю, как я правильно сказать. Припыляю, наверное, все правильно. Вот так, мои хорошие. Берем терочку. Она у меня, крышка сломалась, но ничего. Она работает, хорошая. Сейчас что продают мои друзья хорошие? Это все выкидывать. А это уже... Ей уже лет, знаете, 15. Ну, крышка сломалась. Ничего страшного. Ничего страшного, мои хорошие. Значит, вот у меня... показать теперь. Значит, у меня было в тех видео, я хочу кратко объяснить. Значит, вот смотрите. Я пропорцию все напишу. Значит, на одну порцию идет 250 грамм масла хорошего, одно яйцо, 250 грамм сметаны. Так как я делаю всегда, мои хорошие, две порции, потому что вы сами знаете, что тестом этим возиться надо, а я его вот сделаю, разделю, сколько мне надо, кину в морозильную камеру, и все, друзья, и вы спокойны. И когда надо, достал, приготовил и вперед. Так, секундочку, я эту бумагу вот туда уберу. И все, мои хорошие. Значит, берем тесто, этот самое масло, и начинаем тереть, мои хорошие. Вот так трем быстренько. Как его? Ведь видите сразу, что делается. Берете сразу шпателем, друзья мои, вот так. И отправляете. Не хочется. Вот так, хорошие мои. И тут же вот так перемешиваем. Видно, все видно, хорошо видно. И дальше все вот так, мои хорошие. В таком темпе продолжайте делать. Я вот с этого теста, вот с двух порций, сделаю, значит, мини-Наполеон. Потом приготовлю... Крученую, это у меня есть там на ролике. Видео. Улитки крученые. Я называю иногда ее пахлаву ленивую. Вот, мои хорошие. Вот так. Берете. Вот так. Опять муки нету. Присыпали.
поставили и поехали опять вот так. Конечно, если даже будет рядом кто-то стоять и вот это вот собирать. Вот. И кидать. Ну, мне Мария всегда помогает, когда я еще раньше делала. А теперь мама решила блогером стать. И дети не хотят этого лишний раз. Вот так, мои хорошие. Быстренько, быстренько. Вы знаете, столько всего. Даже можно еще и вот так взять, посыпать. Связано с этим детство наше. Помню, мы на свадьбах сами пекли. Раньше же свадьбы как делали? Все в палатках было. Это сейчас все делают в этих. Сейчас еще, друзья, припылить. Ну, в ресторанах, в тавернах и в этих. А раньше как было? Палатку привезут. Вот. Выгрузят мужики. Женщины моют посуду, пересчитывают. А мы, молодежь, пекли. Как весело жили, ребята. Как я вот вспоминаю. Боже мой, сколько мы порций пекли всего. Наполеона, медовиков, идеала. Вот эти эклеры. Понимаете? Ничего ж тогда не покупали. Все пекли сами, готовили сами. Женщины были поварами у нас, как повара. Ну, не с высшим образованием, но... Ой, так я это уберу сейчас, секундочку. Вот так. Сейчас я... Теперь, друзья, как почистить терку. Вот так ее обсыпаем хорошо мукой по краям, ну, вовнутрь. И начинаем ее вот так вот протирать. Вот как бы протираем, и тут же убираем мы эту смесь, маргарин. Какой маргарин? Масло. Потому что маргарин, говорю, потому что, друзья, раньше был же маргарин. Все же мы на маргарине делали. Как бы вот протираешь ее, а действительно ты ее вытираешь. И все вышкребаешь оттуда. Масло. Потому что, чтобы не забить канализацию, чтобы не забить трубы. Потом и покупаем эти, как называются, Зай? Кротов. Заливать всю химию. Вот так, мои хорошие. Вот и все. Вот так, аккуратненько все. Вот так. Ну все, почистила я. Вот так. Видите, как чистенько стало. Вот так. Остальное я все сошкребу. И у меня вон ведерко для нашего хозяйства, для птицы. Туда вышкребу. Так, это уберу в сторону. Значит, мои хорошие, теперь что делаем? Все быстренько высыпаем на стол, на рабочий стол. Вот так. И что делаем? Вот так перемешиваем хорошенечко. Мы же перемешали уже. У нас как бы перемешано, но мы еще перемешаем. Чтоб каждое вот это, что мы терли, было в муке. Вот это то, что будет обволакиваться в муке, мои хорошие. Вот это и даст слойность. Теперь смотрите, вот. Раз яйцо, два яйца. Все,
У меня две порции. Здесь тоже сметана. 700 грамм. Тут у меня половина ведра. Значит, вот так. Все сюда, мои хорошие. Выливаем. Все должно быть холодное. Все, даже мука. Вот у меня кладовка, там она у меня не отапливается, друзья. Мука там холодная. Все, вот это, вот так. Убираем и начинаем что делать? Вот так. Не месить, друзья. Не месим, а просто вот так собираем. Вот так. Вот так собираем. Вот так делаем. Все до кучи. Вот так. Вот так, мои хорошие. Водой ледяной. Так, теперь поползла на чуток вперед, чтобы не этого высыпать. Не высыпалась на пол. Мы ее подгребаем к середке. Вот так, мои хорошие. Сейчас я посмотрю, сколько там минут. 12 уже минут. Вот так. Вот так, мои хорошие. Все собираем. Так. Вот так собрали сюда. Так, мука еще нужна. Мария, нужна ты, зай, тут теперь. Сыр, моя родная. Еще чуток. Все. Вот, мои хорошие. Вот. Собрала я это все в кучу. Теперь буду делить на три части. Я с этого теста, вот с этого, с двух порций, сделаю, значит, секундочку, еще тут. Вот туда, в сторону это. Сделаю. Значит, вот, мои хорошие, собрала я. Вот. Видите, не месила, а собрала. Вот так. Теперь я с этого теста сделаю. Значит, что сделаем мы? Мини-Наполеон. Вот так. Здесь выйдет 4 коржа. Мини-Наполеон, друзья. И вот тут у меня, значит, я сделаю вот так. Мясной пирог вот с этой середки, где больше. Так, сейчас, секундочку. Вот это будет у меня мини-Наполеон. Вот с этой большой сделаю мясной пирог. А вот с вот этой сделаем котяшку. Сейчас, секундочку, мои хорошие. Вот так вот. С этой сделаю котяшку, улитку. Вот с вот этого. Ну все, мои друзья, отправляем все в пакет. Так. Вот у меня 3 пакетика приготовила я заранее. Значит, здесь у нас будет улитка-кяташка наша. Вот так. Сюда это. Это будем делать мясной пирог. Большую тоже. Вот она. Это самая большая часть из этих. Из этого теста. Вот. А с вот этой буду делать мини-Наполеон, мои хорошие.
Вот так я поделилась с этим рецептом. Я думаю, наверное, внесла ясность, мои хорошие. Для меня это было поделиться и обрадовать моих подписчиков с этим рецептом. Очень получается, ну, хоть закрой глаза и раскрывай, говорит так. Ну, все, мои хорошие, на этом пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока!